и свобода действия, и фасончик, воротничок. И смотрите, как ярко, и приложишь, и длина, и то есть ты куколка. Не только преобразиться, но и получить массу комплиментов, пройдясь по этим торговым рядам, может каждый. Елизавета Исаенко исключением не стала. За обновками к новому учебному году 13-летняя школьница приехала с бабушкой из села Ромны. Наряды девочка пока только присматривает, делится, обращает внимание не только на стильный внешний вид, высокое качество. Здесь красивое платье и красивые портфели. И все хорошо сшито. Но когда смотришь портфель, надо посмотреть, ну, как замок работает, нет дырок или чего-то там. Вот, и когда мы с бабой выбирали портфели, я выбирала тот, который, ну, синего цвета, и еще, ну, без швов там, которые незаметные швы, это. И потом мы смотрели, какие из них лучше, и выбирали только один. Выбрать здесь точно есть из чего. Продавцы предлагают обширный ассортимент канцелярии, портфелей, спортивной и школьной формы. Последнюю подбирают, исходя из современных трендов. Например, старшеклассницы в 2024 году отдают предпочтение прямому крою, длина по колено. Часто наряд дополняют воланами и фартуком. За такую красоту придется заплатить примерно на 10-30% больше, чем в прошлом году. В основном цены выросли на товары российского производителя. У маленьких тоже, к примеру, маленькие очень полюбили широкие брюки и короткие пиджаки. Раньше, если надо было все в облипочку, по фигурочке, то сейчас надо маленьким, начальная школа, коротенький пиджак, широкие брючки или брючки до колена, как раньше были наподобие кюлотов, но сейчас уже ниже колена они идут. Но тоже они прям в спросе. То есть никогда не любили много водолазок, да? Сейчас, пожалуйста, там и кашемир, там и лапшу, и всякие вот водолазочки. Люди очень любят, просят. Угодить продавцы стараются и мужской половине населения. Парни все чаще стали выбирать свитшоты, жилетки, приталенные укороченные брюки. А Асият Гипеновой подобрать ассортимент, которым торгуют на школьной ярмарке, помогла наблюдательность за образами городских модных школьников. Ну, молодежи более берут сейчас такие более современные модельки есть, приталенные такие рубашечки они любят такие вот. Некоторые мальчишки до 5 класса они любят на таких вот на кнопочках, а более старшие уже такой классический вариант приталенный на пуговках. Материал, конечно же, они хотят хбшечку и стрейч. А более старшие дети, они уже понимают, что хб лучше, предпочтение идет хб, 100% материал, хлопок. Традиционно школьная ярмарка в Благовещенске расположится возле торговых центров на Пионерской и Красноармейской. Пока поток посетителей небольшой, признаются продавцы. Привычный ажиотаж наступит ближе к середине августа. Работать торговые ряды будут до 1 сентября включительно. Наталья Барас, Андрей Федореев, программа «Город».